были, конечно, я прямо скажу, вот и те, кто и Фарида Завьерова как главный архитектор, она была, я был советником, Михаил Васильевич, Министерство культуры. Мы пытались многое сделать, но пока общественность не занялась этим, нам многие вещи не удалось сохранить. И сегодня мы, с сожалением, говорим о потерях. И это потери значительные, если посмотреть, какая была Казань и какая она сегодня. Что касается и Булгара, и Сиярска, тоже не сразу было все ладно. Вот. И, к сожалению, и там были потери, но вовремя как бы освободились, так скажем, мягко. Вот. И я помню тот день, когда Шаймиев мне признался, что я все понял, я теперь другой. Он публично сказал, поэтому я могу повторить. Потом народ собрал, сказал, я теперь другой, но я задам стандарты, мировые стандарты охраны памятников. Но поскольку он человек масштабный, он так и сделал. Казанский Кремль – это памятник выдающийся не только для Татарстана, России, но и в 2000 году он был включен в список всемирного наследия. Сегодня активно идет работа по Свияжу. Вначале мы его хотели представить как застройку, но застройка, учитывая то состояние, она не тянет. Поэтому в процессе этой активной работы вышли на Успенский собор. Сносы не прекращались, но количество потерь резко уменьшилось, конечно. Рафаэль Зинганович, председатель. Самое такое позитивное, вот, что ощущаю и я, и все члены нашего защитного движения ВАПИК в Татарстане, это то, что за 5 лет в Татарстане не было снесено ни одного памятника.